Че? Не в семье. Летом? Ну, летом, само собой. Там прежде чем заходить-то молиться надо? Нет. Нет? Ты читала это все? Все узнала? На ютубе, что сходите в костел еще летом, позапрошлого, что ли, год прошлого. Удостоверение надо придумать, папарацци. Что? Да? Удостоверение. Я себя, а ты меня. А потом себя посмотришь. Вот. Видишь, как это взять серьезно себя. Ну, тут потом сейчас. Аксаковский сквер. Почему там там? Аккуратненько снимем. Я еще не повернула, а ты уже машешь. Сейчас вот возьму. Давай, давай. Высыни. Ну, высыни, высыни. Нет, ты там стой, не надо мне его сюда. Ты там стой. Высыни, где он? Все, высовывай. Высовывай. Опа! Обу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да? Типа так? Тут вон красивые дома какие. Не кашляй, не надо. Тут кашлять мне. А вон смотри, как красиво вон там. Такими пупырышками прямо. Крыша красивая. Да. Крыша красивая. С мальчиком красивым хочу познакомиться. Тебе звонят много. Ты не знакомишься. Нет. Я же... Давай на YouTube мне объявление подадим. Ищет... мальчика красивого, мужа. Именно красивого. Да что, не в красоте дело. Не в красоте дело. Самое главное, чтобы работал. Деньги приносил. Чтобы работал. Да, чтобы деньги приносил. Работал, большие зарабатывал. Деньги, да. Самое главное. А представляешь, у нас и будет красивый. Но бедный, но не будет работать. Скажешь, я не хочу ее красивой. Не хочу я идти вот там, допустим, куда-нибудь там. Грузчиком, например, да? Я красивая, ты что? Не. Ну как же меня возьмут грузчиком? Я тебе хотела показать вот эту ну? красоту и вон ту красоту. А я что? За этим зданием есть еще парк. Один сквер. Да. Неожиданно, но факт, да. Вот аллея. Аллея. Просто аллея. Понимаешь? Аллея со звездой. Ты не понимаешь. Это аллея. Просто аллея. Понимаешь? О, аллея. Даже не взболчи. Аллея. Поняла? Да. Не молоко, а молоко. Ты понимаешь? Да. Стой, я ничего не понимаю. Не батон, а молоко.
батон. Не пальцем тыкать. Где у меня пальцы? А вот так приходишь в магазин. Дайте мне батон. Я... Ты представляешь, что я... Сейчас хохочу, не пойму. Я тебе объясняю нормальные вещи. Действительно. Что ты будешь делать? Куда залезем и пофоткаем, а? Куда, Заль, я не полезу. Да ладно. Не полезу я туда. Я старая. Да ладно. Лезь сама. И пофоткай. Куда ты собралась лезть-то? Ты куда собралась? Сейчас тебя штрафуют. Полезла она. Полезла. Лезет, что ли? Лезет, смотрите. Старой бабушке заняться стало нечем. На старости лет. Она полезла. Полезла, что ли? Полезла, идиот. Чешет, чешет. Чапает. Оба. На шпагат села. Смотрите. Оп, оп, пошла. А, ты, о, я думала, ты через забор полезла. Давай ко мне. Не, я старая, не полезу. Не. Что это еще лезть? Мои сумки тогда. А, я взяла. Стереги, и побежала. Тогда. А ты будешь сидеть, что ли, там? Я готова для фотосессии. Снимаю. Архитектура самарская у меня там. Я снимала позапрошлом году. Вот это прямо вот дом какой-то он такой. Иди пока гуляй. А я попить хочу. Покушать. Покушать? Офига себе. Что? Ну снимай немножко, я поем чуть-чуть. Ну ты кушай, кушай. Ты мне кушай. Потом с этим дядьками пофоткаешь, и мы пойдем. Букманг. А, пикник. О, пикник на природе. Да, капучино. Пикник. Иди, букманг. Иди, поснимай, пофотографируй. Я никуда не денусь. Да я не волнуюсь, что мне волноваться-то. Смотрите, отвернулась даже, а? Надо же. Стоит тихаря там и кушает. Еще языком облизывается. Вообще. Ест, ест. Смотрите, как ест. Прям пожирает. Прям пожирает, пожирает ее. Лопает, лопает. Сейчас еще заплет чем-нибудь. Козявка такая. Ты не снималась? Да ешь, ешь, ешь. Я подожду. Постою. Ешь, ешь. Кушай, кушай. Не отвлекайся. Не перемажься, смотри. А то будет ощущение другого на губах. Ты поняла, наверное, о чем. Ты не снималась? Конечно, а ты что думаешь, я тут стою-то? А. Ты думаешь, я тут застыла, замерзла, что ли? А вдруг замерзла? И застыла, да, как сосулька. Что ты там? Фекалии? Две фекалии. Как две? Одна же была. Где ты вторую взяла? Замазывает, замазывает, смотрите. Мажет, мазюкает, мазюкает. А где кто посмотрелась? Ты черешни наложил ты, да? Угу. Маш, маш. Больше маш. Идем пофоткаем. Все, что ли? Идем пофоткаем. Кого? Пофоткаем-то. А, еще здесь. Еще здесь. Что, тебя фоткать, что ли, там? Кто фукает здесь? Идешь вот так и снимаешь. Полтора месяца не виделись, а сколько счастья, да? Сколько воспоминаний теперь. А знаешь, будет еще больше воспоминаний, когда пройдет лет 5. 50. 50? 50?
Тебе даже 3 года уже. Слушай, а 50, да. Посадишь много, посадишь какие станики. Ага, ну сейчас, если мне 18, а тебе сколько, ты говоришь, 47, да? То плюс 50, это получается тебе будет сколько? 115? Серьезно? 115 лет? Блин! Пошли здесь. Столько не живут. А вот тут хороший фон. Не живут? Что же планировала? Идем! Ты же планировала встретиться, подожди. Через 50 лет ты планировала? Какая я буду развалена? Это же... Не провались развалины. Это же... Ой-ой-ой. Может, ты будешь выглядеть молодо. Это ж эликсир, эликсир бессмертия какой-то, да. Ну, эликсир бессмертия. Фекалия. А, я поняла что-то. Сейчас, подожди, я найду. Где не она? Надо. Тут взялась ты. Не надо. Подожди, а в какую в карман ты ее положила? А, вот шишечку. Ты хочешь меня провалила, что ли? Куда же ты идешь? Куда? Нюхай. Не нюхай. Ну? Ну, как фекалия? Это как шпу. Вкусно, да? Вон, красиво, какая улица. Улица. Где ты идешь? Лужица. Где лужица? А вот тут горка, кстати, хорошая. Не хочешь скатиться? А у тебя есть ледянка? Во всех карманах одни ледянки, да. А, слушай, а у тебя что, конфетку съела, а так ледянка ее можно. Съел и поехал. Оп, все равно грязная. Действительно. А что тут хорошее дело? Ой, где-то я опять испачкалась. Слава богу, я чистая. Ты будешь мыться? Да, прям здесь. Душ будешь принимать? Да. Ну что ты там прячешься совсем уж прям? Где ты, господи? Зато весело. Как-то я не пойму. Как-то тебя найти сложно там. Ну, мойся. Подержать сумочку? Не надо, спасибо. Ну, смотри. Что, пошли в столб, врежешься? Да. Цинк. Ну, давай. Ну, давай. Что ты там сзади меня идешь? Да, как в том клипе. Вот, Бабушку сейчас попью, я же вампирчик. Аму. Я все. Падаю. Ловите меня. Ну, все, погнали в этот парень. Пошли. У нас полтора месяца. Ага. И ты хохочешь. Нет-то? Ну, фекалия. Ты хохочешь вместе со мной. Да. Фекалия? Ты меня? Я тебя. Тут вид он какой классный. И батарейки садится. Вот она вам, архитектура. Чё ты? Пошла. А, поняла, экскурсия. Вилоновская 1, город Самара. Да. Пожалуйста, рассказывайте, мадам, что здесь происходит? Ничего. А что стоим-то, я не пойму. А, фотосессия. Все поняла. Фоткала немножечко. Да? Тогда стало как будто тихоря. Скрытая камера как будто. Немножечко такая, как будто тихонечко. Ты будешь фоткать или ты будешь снимать? Так я снимать пришла. Да, снимать. Ну нет, конечно, все хорошее. Тут обшарпанная фасада, а так что? Заебись. Ты пошел? Идем! Пока! 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 Пошли!